Регулярные проверки квартир, жильцы которых подозреваются в воровстве ресурсов, принесли свои результаты. В течение месяца специальные комиссии проверили около 180 домов, в которых значение ОДН сильно превышало 10% уровень. После той волны негодования, которая поднялась в связи с выставлением высоких счетов и массовых проверок, число проблемных домов сократилось с 200 до 150. Резко снизилось количество домов, где возникало несоответствие показаний индивидуальных приборов учета с теми данными, которые сообщали граждане. Об эффективности предпринимаемых мер свидетельствует еще одна цифра. Если в ноябре было только 30 домов, где ОДН имело отрицательное значение, то в декабре число таких многоэтажек выросло до 60. Останавливаться на достигнутом власти не намерены. В предновогодние дни граждане не получат завышенных счетов с этой проблематикой, поскольку мы имеем рекомендации правительства Ивановской области, которые мы будем выполнять. И в то же время хочу сообщить, что совместно со средствами массовой информации мы продолжим активные проверки по соблюдению правильности показаний приборов учета индивидуальных, установки магнитных пломб и, соответственно, определение числа, фактического числа проживающих в проблемных квартирах.